Друзья, очередное видео о том, когда приезжаю на заказ с диагнозом, что сушка плохо работает. Смотрите, тут уже столько раз уже показывал подобное видео. Смотрите, сейчас. Сложно одной рукой, конечно, снимать. Друзья, так же ж вот это все не дело. Так же ж нельзя. Это ж просто капец. Конечно, оно у вас работать не будет. Приезжаешь и чистишь фильтр. Это неправильно, блин, все забито, понимаете, все, что может быть забито. Сейчас мы подключим подсветку, посмотрим, что там. Там еще не знаю, сейчас проверим. Все, что может быть забито, забито. Это ж неправильно. Чистите хоть иногда ваши фильтры. Естественно, капец. Просто капец. Ладно, здесь еще как бы... Да, здесь то же самое. Здесь вон, я не знаю, видно, не видно. Полный капец. Пробито, забито все насквозь. Так нельзя к технике относиться. Она ж хорошая. Ладно, с этой стороны еще чисто. С этой стороны забито все. Все, что может быть забито. И даже с этой стороны забито. Вон, смотрите, я сейчас ближе поднесу. Все забито насквозь. Конечно, ваша сушка не будет работать. Нужно же к технике относиться хорошо. Там есть как бы еще один момент, который... это я как-то в другом видео покажу. О том, что там нужно чистить. Хотя я снимал подобное видео. Там, когда сушка выдает, что ошибка слива. И там подобная проблема. Это же тоже нужно чистить. Друзья, пожалуйста, прошу вас, будьте более снисходительны к вашей технике и делайте ей хотя бы эпизодическое техническое обслуживание. Все, о чем я вас прошу. И меньше будете вызывать мастера. Все, большое всем спасибо, что смотрите и чистите, пожалуйста, чаще фильтр. Всего хорошего, всем счастливо.